Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актриса Мария Берсенева. Путь в кино, два неудачных брака и взрослый сын. И как сейчас живет эта актриса. Мария Берсенева – российская актриса театра и кино. Эта талантливая актриса обрела широкую известность благодаря участию в съемках сериала «Маргоша». На сегодняшний день исполнительница ролей в большей степени занята работой в театре. Однако она также продолжает радовать своих поклонников и появлением на экранах телевизора, примеряя на себя разнообразные, разноплановые и интересные образы в кино. Мария Берсенева, а девичья фамилия Шипова, появилась на свет в 81 году в Москве в семье спортсменов. Отец девочки работал в милиции и в это же время занимался карате, а мама работала тренером-преподавателем в столичном вузе. Родители с ранних лет пытались привить ей любовь к спорту. Так Мария пробовала себя и в гимнастике, и в плавании, и в фигурном катании. Однако нигде она надолго не задерживалась. Душа Марии лежала к художественной самодеятельности. Она принимала участие во всех детских и школьных праздниках. Однако она всегда чувствовала себя уверенно, только стоя на сцене. Ей нравились прикованные к ней взгляды, поэтому никто не сомневался, что в будущем она изберет именно творческую деятельность. Уже в 12-летнем возрасте она поступила в лицей при ГИТИСе, где она и осваивала актерское мастерство, а также драматургию, а по его окончании она поступила непосредственно и в сам ГИТИС. Получив диплом театрального вуза, Берсенева не сразу стала сниматься в кино, однако имела успехи в модельном бизнесе. Некоторое время она покоряла подиумы, участвовала в фотосессиях, а также снималась в рекламе. Дебют в кино состоялся в 2004 году. Изначально, как это бывает у начинающих актеров, это были роли эпизодические. Все изменилось, когда ее пригласили на роль главной героини в сериал «Маргоша». С тех пор карьера Берсеневой начала идти в гору. Ей стали предлагать новые роли в самых разноплановых проектах. На сегодняшний день фильмография этой актрисы насчитывает более 35 работ в кино. Театральная карьера Марии началась несколько позже, нежели в кино. На сегодняшний день Мария выходит на сцену театра «Шалом». Впервые актриса полюбила еще в юношеские годы. Возлюбленный Мария окружал ее заботой и любовью. Однако при этом еще и очень ревновал девушку. Доходило даже до того, что он стал контролировать каждый ее шаг. Отношения между ними закончились весьма печально. Парень попал в тюрьму. Мария знала о том, что он нарушает закон. Однако сильная влюбленность не давала ей беспокоиться по этому поводу. Она преданно ждала любимого из мест лишения свободы в течение года. Но когда она поступила в театральный вуз, она увлеклась новой своей жизнью. Постепенно она перестала общаться с возлюбленным и вскоре попросила молодого человека отпустить ее навсегда. Впервые Мария вышла замуж за бизнесмена Гурама Кафенлу, который был старше на 13 лет. Однако, уже будучи замужем, она поняла, что совершила огромную ошибку. Когда появился на свет сын Никита, Мария буквально превратилась в прислугу для своего мужа. Кроме этого, он позволял себе унижать супругу и даже стал поднимать на нее руку. Актрисе ничего не оставалось, как бежать от мужа-тирана. Так она забрала ребенка и вернулась к родителям в их дом. Вторым мужем стал Николай Берсенев. С ним она была знакома еще в школьные годы. Николай окружил ее любовью и заботой, однако ему никак не удавалось смириться с профессией любимой. Таким образом, и этот брак оказался неудачным. На сегодняшний день Мария снова замужем. Она счастлива в браке с мужчиной, который также, по ее словам, принадлежит к миру кино. Однако его имя она не раскрывает. Сын актрисы уже взрослый. Он отучился в МГПУ, а также активно занимается спортом. Мария продолжает развивать свою актерскую карьеру и радовать зрителей и своих поклонников новыми интересными работами. Хочется пожелать ей творческих успехов и всего самого доброго, всего самого наилучшего. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи, всего вам доброго и наилучшего, до новых встреч и всем пока-пока!